Сегодня 13 апреля, и я сажу огурцы на рассаду. Я их замачивала. Замачивала буквально 3 дня назад. И вот так они пустили такие росточки, корни. Вот эта кибрия, еще больше корни у нее были. Я ее первой быстренько высадила. Кибрия F1, первый раз такой сорт мне порекомендовала продавец, я его взяла. Я просила такой, чтобы годился для засолки. И вот так я заранее готовила яичную скорлупу, наполнила ее землей, покупала специально универсальную землю для рассады. И вот это сорт алоэ тоже хорошо дал росточки. А вот здесь у меня еще сорт пучини. Очень хвалили этот сорт, но в один день я их замачивала, и вот он как-то, видите, вот совсем не очень дает ростки, не очень хочет открываться, поэтому я еще его оставлю. Пусть еще побудет в этих ватных дисках. А здесь вот, значит, у меня кибрия, а здесь алоэ. Вот такие мои посадки. Обязательно поделюсь, что из этого получится. Я уже высаживала таким образом 2-3 года назад, может и больше, потому что я не каждый год бываю весной на Украине, поэтому не всегда получается. А вот когда была весной, тогда тоже делала. Очень хорошо получается, мне очень понравилось. Разбиваешь скорлупу, а там уже много-много корней, очень хорошо приживается. В общем, очень хороший способ. Но если все получится так, как я хочу, я обязательно поделюсь этими результатами хорошими и плохими тоже. Все высадила. Поставила на подоконник, жду всходов. Здесь не хватило скорлупы, просто в коробку посадила. Думаю, все будет хорошо. Сегодня 19 апреля, сажу гортензии. Это у меня ванила фрайс, а это фрайс мельба. Это очень красивая гортензия. Давно хотела, наконец купила. Вот это уже я посадила и замульчировала сосновой корой. Вот даже шишка сосновая есть. А эту сейчас посажу в эту яму. Вот подготовила верховой торф кислый для гортензии и почва-смесь для гортензии. Это я уже засыпала, смешала на дно. Положила кусочки красного кирпича для дренажа. Сейчас налью воды и буду высаживать. Здесь, на этом месте, рос у меня пузыреплодник калинолистный. Я его посадила немножко дальше, в другое место. Прекрасно себя чувствует. Скоро покажет красоту своего коричнево-красного фигурного листа. Ну все, занимаемся работой. Все, справились. Вот ванила фрайс. Рядом фрейзи мельба. Здесь пузыреплодник калинолистный. Приствольный круг возле вишни насеяла каких-то смесь цветов. Будем надеяться, что взойдут. А это мои черенки, посаженные осенью. Это такой симпатичный можжевельник. Здесь хоста вылазит. Она очень красивая. Вот можжевельник скальный прижился. Еще один. Маленькие, но живые. Вот, в общем, пропал только один у меня. Вот еще, вот розы, вот еще можжевельник, вот розы. Это какой-то, так не очень выглядит.
Ну, их и так достаточно. Пропадет, пропадет. А может, будет жить. Надо еще подрезать, его почистить. Розочки вообще хорошие. Очень живые, но я уже не помню, что это за роза. Зацветут, увидим. Так что все хорошо. Вынесла цветы комнатные уже. Это пальма фениковая. Подросла за зиму. Красавица такая яркая. Наша Любаша очень сильно любит садовые работы. Она ничего не пропускает. Как только я на огород, она сразу возле меня. Тем более здесь ее очень беспокоят скворцы. Скворечник заселились. И вот она никак не может успокоиться. Хоть бы она их не выгнала. Она такая. 19 апреля. Высадила в открытый грунт 4 помидора. Такая у меня хорошая рассада подросла. Сорт «Президент». Прекрасно взошла. Самая первая. Очень хорошо. Без проблем росла. Я много. Мне негде много садить. И мне много не надо, поэтому там еще другие сорта есть этого сорта. 4 штуки я решила вот так высадить в открытый грунт. Но сейчас на ночь я их накрою вот такими банками. Ну, посмотрим, что из этого получится. Погода стоит не холодная, но кто его знает, как оно будет. Рассада огурцов 23 апреля.